Аюрформа. Форма или структура или вес – это функция капхи. Конечно, это препарат, который балансирует прежде всего капху в грубых тканях. И, конечно же, главное растение, которое особенно эффективно очищает ткани, называется гугул. Он сюда входит. Также сюда входит пхумия малаки. И такая трава, как горцения камбоджийская, ее основное показание вот, – это эффективный сжигатель жира. Жировая ткань – это главная ткань капхи, главная ткань, за счет которой мы увеличиваем структуру тела. Это не все травы, это только основные. То есть показания людям, которые хотят поддерживать стабильный вес, так, чтобы вес соответствовал росту, людям, которые страдают тяжестью, замедленностью, скованностью из-за своего веса. Ну и, конечно же, простые элементарные увеличения веса, ожирение. Так как уменьшает он капху, он это делает не только в плотных тканях, но и в жидких тканях, и в крови, и в плазме, и в моче, разжижая эти биологические жидкости. Аюрформа.